Вы знаете, что терминал, который сейчас заблокирован в Клайпеде, на 30% принадлежит Беларуськали. Поэтому, соответственно, нами начата уже претензионная работа. Фактически нам мешают реализовывать свои коммерческие интересы. Поэтому ответные меры, в принципе, на недружественные действия государств, которые... Ну, это же не только касается, допустим, терминала Калинова, это касается и белорусских санаториев, и в Литве, и в Латвии. Там другие какие-то есть поползновения. Значит, наши ответные меры сейчас готовятся, все будет тоже цивилизовано. Вся собственность и юридических, и физических лиц недружественных государств в Республике Беларусь известно, она подсчитана. Еще раз повторяю, мы не хотим никаких агрессивных действий. Мы настроены и со всех площадок говорим о том, что мы хотим выстраивать цивилизованные торговые коммерческие отношения. Но если в отношении нас применяют агрессивные действия экономического толка, конечно же, мы молчать не будем. Как минимум, это будут зеркальные решения. Но до последнего будем взывать к голосу разума, если его кто-то услышит.